Видео для тех, кто тоже столкнулся с проблемой заклинивания селектора КПП и не может с парковки перевести в режим драйв. Это происходит потому, что соленоид, который установлен ниже, блокирует рычаг, блокирует кнопку, и он перестал работать. Он не может вытянуться. Для этого предусмотрен для одного раза перевода вот такой вот желтый флажок. Если вы потянете вперед, вы сможете разблокировать коробку. Но в дальнейшем проблема может повториться, и, понятное дело, никто не хочет делать это постоянно. Есть вот такое вот простое решение: отрезать кусок пластиковой карточки, вставить в щель. Это примерно 4-5 мм я отрезал. И теперь он всегда в приподнятом состоянии. То есть в парковке он не может больше заклинить рычаг. Надеюсь, кому-то это поможет, как и мне. Всем удачи!